опять провожу тесты гидирования. Чуть-чуть увеличил редукцию в этой монтировке. И небо по-прежнему светлое, но гид уже видит какие-то звезды без узкополосного фильтра. Не сливаются они у него с фона. Вот. Зарядил вот сейчас 15-минутный кадр, 900 секунд, подходит к концу. На экране сейчас 5-минутник. Сейчас вот подгрузится 15-минутник. Гидёшка, общая ошибка пока в среднем 0,7, как бы. Бывает опускается 0,50. Вот, бывает поднимается почти к единице. О, это подгрузился 15-минутный кадр. Звездочки кругленькие. Без охлаждения снимает. Не нашел еще удлинитель. Но мне нравится, работает лучше. Есть еще задел. У меня еще пришли шкивы. Вместо 16 зубов можно поставить 12 зубы, и редукция еще увеличится. Вот, через кроп. Единственное, что он стоит просвечивать, надо крышку помощнее напечатать потолще. Гидирую через вот такой вот изыскателя. Маленький гид. Снимаю на Аскар 300. Вот. Объект вот где-то там. На этом практически синем небе. Но даже iPhone видит несколько звезд, кстати. Уже неплохо.